Комнатные растения, которые провоцируют беды и бедность. Выбросьте, и вам станет легче. Некоторые комнатные растения могут отрицательно влиять на энергетику в доме, привлекая туда только негатив, беды, ссоры, бедность. Плющ. Это едва ли не самое известное растение с плохой репутацией. Говорят, что такой вьюн в вашем доме несет массу негативных последствий. Женщинам приносит проблемы в личной жизни, финансовые трудности и неприятности. Мужчины могут становиться более раздражительными и быстро уставать. Плющ следует садить только за пределами дома или рядом с воротами. Говорят, так он способен защитить от зла из глаза. Комнатные растения, которые провоцируют беды и бедность. Выбросьте, и вам станет легче. Монстера. Монстера относятся к категории лиан, которые, как считается, сильно высасывают положительную жизненную энергию из живущих рядом с ними людей. Это комнатное растение, подобно плющу, приносит только несчастье. Говорят, что из-за монстера из семьи может даже уйти мужчина. Комнатные растения, которые провоцируют беды и бедность. Выбросьте, и вам станет легче. Сансевьерия. Щучий хвост или сансевьерия пользуется огромной популярностью среди цветоводов. Однако она не так положительна, как может показаться на первый взгляд, и приносить ее домой не стоит. Говорят, у сансевьерии очень сильная разрушительная энергетика, которая направлена на то, чтобы нарушить семейное благополучие. Комнатные растения, которые провоцируют беды и бедность. Выбросьте, и вам станет легче. Папоротник. Это растение давно считается символом смерти, горя и беды в доме. Говорят, из-за папоротника может начаться депрессия, серьезная болезнь или беда. Кроме того, папоротник способен высасывать из вас все деньги на ненужные вещи. Комнатные растения, которые провоцируют беды и бедность. Выбросьте, и вам станет легче. Азалия. Она с первого взгляда влюбляет в себя своим красивым цветением. Обманчивая азалия – признанный энергетический вампир. Считается, что цветок в доме приносит большие ссоры и скандалы. А если ее поставить в спальне у кровати, то можно даже ухудшить здоровье. Комнатные растения, которые провоцируют беды и бедность. Выбросьте, и вам станет легче. Кала. Эти цветки с виду красивые и хрупкие, однако их присутствие приносит в дом печаль и негатив. Эксперты рекомендуют отказаться от такой красоты ради собственного покоя.